В воскресенье в хоккейном корте «Кристалл» завершилось первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею. Соревновались юноши 2008 года рождения. К нам приезжали лемминги из Ярсали, Северная Корона, представлявшая мужи, две команды из окружной столицы и хозяева льда – Полярные Волки. Игры проходили с четверга и продолжались в субботу и в воскресенье. А финальная встреча за первое место проходила между командами Лабытнанги и Салехарда. Первый период закончился со счетом 3-1 в пользу салехарцев. Во втором преимущество они закрепили, а в третьем исход игры уже был понятен. Надеюсь, они получат хороший урок от этой игры. Четыре выигрыша и победа не всегда получается в руках. Ну, есть же для этого объективные причины, да? Сравните возможности салехарской команды и нашей. Да, у нас и народу меньше, и условия тренировки хуже. У нас скоро построят хороший корт, и мы как начнем их подбивать, и все, держись только. Замечательно вообще. Хорошо проходит турнир у нас в городе. Раньше это на выездах, Салехард в основном ездил. Сейчас вот здесь даже пример для остальных ребят, чтобы ходили, смотрели. Очень интересно. Стараются, ну а что сделаешь, если 4 месяца в году всего занимаются ребята, да? То есть Салехард, грубо говоря, круглый год занимаются, у них есть где. У нас, ну, негде заниматься, что сделаешь. Стараются, все равно второе место в турнире, я думаю, это неплохо. Хорошая возможность поиграть была и у гостей. Хоть и проиграли, но поиграли нормально. Угу. Интересный турнир? Он был очень интересный, особенно играть со всеми командами. У вас хороший лед? Нет. Нет? Уличный. Но, тем не менее, хорошие результаты показываете? Итоговый счет во встрече с Алихардой Лабытнанги 14-3. Ну и завершение турнира, официальное объявление призеров и победителей, а также награждение. Бронзу завоевала команда «Ямал-2009», самые младшие участники турнира, представлявшие Салехард. Серебряные призеры – Лабытнанги, Полярные Волки. И победителями стал «Ямал-2008», также из окружной столицы. Почему с Салехардом такая игра сложилась? Ну, потому что они сильнее нас, потому у нас есть 9-й и 8-й год, а у них только 8-й год. Ну, все равно, как соревнования? Мне понравилось. Все игры были честными, судьи молодцы, хорошо судили. Еще, ну, мы каждый матч старались, как-то так. Результатом довольны? Ну, второе место неплохо, но можно было бы лучше. Очень хорошо работали. Нападение у нас получалось, мы в основном работали на защите. У нас тренера только о защите говорили, ну, получалось выполнять все. Этим ребятам по 10-11 лет. У них все спортивные успехи еще впереди, но начало положено очень хорошее.